Джефф убийца. И посмотрите, он стоит почти целых 2000 долларов. Господи, Супрембанда, вы это видите? Что, Супрембанда, что если это Джефф убийца? Он так долго намажет первый этаж. О, господи, банда, вы это видите? Что творим, про меня зовут Сарк Кионис. И просто срау же. Переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Супрембанду. Ведь при дреме Супрембанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против песни нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Супрембанду. Самую сильную банду на ютубе. И также сегодня с этого видео снимает Настя. Привет! Ты Супрембанда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня мы снова будем что-то покупать в Даркнете. Ранее банда мы уже покупали в Даркнете разные вещи. Такие как телефон с Даркнета, машина с Даркнета и даже дом с Даркнета. А также мы еще покупали живые существа. Мы покупали мою девушку с Даркнета, покупали собаку с Даркнета. И покупали клоуна-мантяка с Даркнета. Это все было очень жестко. И совсем недавно, банда, я узнала, что в Даркнете появилась новая вкладка продаж. Она называется «Монстры». И там продаются всякие разные монстры со всего мира. К примеру, Рекс, Слендермен, Кровавая Мэри. Там все это продается. Я просто без понятия, как им удалось словить этих монстров. Тем не менее, они обещают, что одного из монстров, которого мы купим в них в Даркнете, мы сможем получить прямо на дом. Только вдумайтесь, банда, это реально жесть. Именно поэтому, банда, я решил, что вместе с вами мы сегодня отправимся в Даркнет и купим какого-то монстра. Я очень надеюсь, что все пройдет нормально, банда. Тем не менее, продавайте на это видео, наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я снова куплю какого-то нового монстра с Даркнета. Так что, не допускайся, не жми свой царский лайк. И также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. У нас выходят очень крутые фотографии, которые уверен, что тебе на 100% понравится. Именно поэтому, бандит, все ссылки в описании. А мы тем временем отправляемся в Даркнет. Погнали! Итак, Супрембанда, надеюсь, вы готовы, потому что сейчас мы будем уже выходить в Даркнет. Господи, как же я волнуюсь, мы совсем недавно это делали. Окей, банда, вот этот сайт, он называется «Новый друг». Причем «друг» написан не с буквой «К», а с буквой «К». Окей, это уже подозрительно, тем не менее, описание сайта. На нашем сайте вы можете найти себе нового друга-монстра. Любой друг на ваш вкус, только ваши друзья будут с одной особенностью. Они не такие, как все, будьте с ними милыми. Окей, это уже подозрительно, банда, тем не менее, посмотрите, какой здесь выбор. Здесь очень много монстров. Итак, первый монстр, который тут у нас есть, это Джефф Убийца. И посмотрите, он стоит почти целых 2000 долларов. Это очень дорого, черт. Окей, мы в принципе как-то немного знакомы с Джеффом Убийцей. Думаю, вы помните ту историю. Думаю, он хоть немного будет там нормально относиться. Тем не менее, про следующий у нас монстр, это Слендермен, который стоит 1800 долларов. Посмотрите, какой он огромный. Причем посмотрите на все фотографии этих монстров. Они сделаны как будто в реальной жизни. То есть на реальной фотографии монстров. Не какие-то, которые взяты с интернета. Итак, посмотри, видите, Джейсон Вурхис, он почему-то перечеркнутый, написано, что он умер. Окей, я, кажется, догадываюсь, почему так. В одном из прошлых видео мы с Вероникой сделали кукловоду на Джейсона Вурхиса. И мне кажется, что мы его реально убили, потому что здесь написано, что он умер. Черт, это жесть, банда, я просто не верю. Следующий у нас это Рейк. Господи, какой же он стрёмный. Я бы с удовольствием его купил, банда. Именно поэтому давайте наберем 10 тысяч лайков, я покупаю Рейка. Окей, Супрембанда, вот Джефф Убийца сблизи, просто посмотрите. Он стоит 1900 долларов и его описание. Джефф Убийца. Это настоящий друг, не кинет в беде, но может сделать беду. Будьте милыми с ним, он любит, когда все улыбаются, иначе он делает улыбки всем. Окей, банда, вот так выглядит Слендермен, его цена 1800 долларов, а описание — лучший друг для вашего ребенка. Безумно любит детей. Чтобы сыграть с ним, вам нужно идти в лес и красным ярким шрифтом выделено не снимать его, потому что, как мы знаем, банда, камеры очень странно ведут себя при Слендермене. Окей, это все ясно с ним. Давайте сейчас перейдем к самому интересному, это Рейку. Итак, вот, Рейки, посмотрите, уже на фотографии. Там есть какая-то фотография, которая никогда не была в интернете. Это явно какая-то фотография Рейка. Просто жесть. Окей, описание Рейка. Рейк придет вам в тщательно запертой железной коробке. Открывать строго на улице. Не дружелюбен. Если есть домашние животные, не покупать. Это жесть, господи. Окей, банда, вы знаете, 10 тысяч лайков, я покупаю Рейка. Это очень интересный персонаж. Сегодня в своем видео я обязательно должен купить Джеффа Убийцу и посмотреть, что же будет. Тем более, что раньше мы уже с ним общались. Не знаю ли он помнит нас, но тем не менее, продавать его закажем. Именно поэтому, банда, переходим ко вкладке оплаты и покупаем Джеффа Убийцу. Господи, банда, я купил Джеффа Убийцу. Я реально заплатил за это 1900 долларов. Мне написали, что он придет это приблизительно в 2-3 часа ночи. Именно поэтому, банда, теперь остается только ждать. Кренности, включай, чёрт! Это просто жесть, кто-то только что позвонил нам в дверь. Мне кажется, что это доставили Джеффа Убийцу. Идем только тихо. Просто жесть, банда. Господи, Супрембанда,
Да я очень волнуюсь. Кейта вроде бы никого не видно. Черт. О, черт, что это такое? Ай, голова, черт. Господи, Настя, что происходит? Что это было? Черт, Настя, ты в порядке? Господи, что это такое? Это какая-то белая птица была, которая нас пихнула. Черт, супербанда, что если это Джефф убийца? Только почему он так странно выглядит? Это реально была какая-то птица, Настя. Я видела, она туда полетела. Господи, пойдем посмотрим, только не спеши. Вдруг это реальный Джефф, Настя. Получается, так, да, где нас не обманули, нам реально что-то прислали. Там никого нету? Нет. О, господи, это подозрительно. Погоди, Настя. А что, если в этой комнате кто-то есть? О, черт! Эй! Окей, здесь никого нет, это ошибка. Тогда кого ты видела? Кто здесь? Эй! Кто здесь? Эй! Страшно. Да. О, господи, супримбанд, это реально жесть, там кто-то упало. Господи, я очень волнуюсь. Эй, кто здесь? Что если это реально Джефф-убийца? Эй, здесь кто-нибудь есть? О, господи, посмотрите! Здесь бутылка! Это оно упало, но как так? Неужели здесь кто-то был? Мне очень страшно, Сереж, что происходит? Мне тоже очень страшно, Настя, я не понимаю, что происходит. Как эта бутылка вообще могла упасть, но расстояла здесь. Если бы она падала, то она упала бы где-то сюда, но явно бы не сюда, на середину. Окей, это все очень стрёмно падает. Тем не менее, в квартире все еще никого нету. Я думаю, что нам нужно позвонить тому, кто нам продал эту штуку. На тот номер, который нам потом перезвонил. Возможно, что он нам даст какие-то ответы. Окей, супербанда, вот с этого номера нам позвонили и сказали, что Джеффа убийцу доставят ровно в 3 часа ночи. Давайте набираем его. Я очень надеюсь, что нам ответит, что же происходит сейчас. С нами. В смысле? Нам же звонили с этого номера, Настя, что происходит? Погоди, давай еще раз попробуй набрать. Нам же звонили с этого номера и говорили, что Джефф-убийцу доставят 2 часа ночи. Этот номер больше не работает, ты видишь, это Настя! Это просто жесть, нам доставили какое-то существо в дом, а потом этот номер перестал работать! Тот номер, с которого нам звонили, чтобы уточнить заказ! Это просто жесть, бада, мне просто это не верится! Господи, что вообще происходит? Давай, пожалуйста. Черт, это просто жесть, я не знаю, что делать, Настя! И ты реально ужасно, нам доставили какого-то духа-призрака! После чего просто выбросили эту сим-карту и все! Господи, супербанда, это все очень подозрительно! Потому что только что, совсем же недавно этот номер работал, теперь все! А что, если нас просто кто-то хочет уничтожить, что тогда? Что, если мы просто погиб? Настя! Господи, Настя, только не это, пожалуйста! Эй, Настя, не шути, это не смешно! Мне и так страшно! Настя, пожалуйста, сейчас это вообще не смешно! Господи, я прошу тебя хоть что-то! Черт, супрембана, посмотрите! Это же кофта Насти! Господи, что она здесь делает? Черт! Это просто жесть, супрембана! Что происходит? Куда вообще делась Настя? Она же была где-то здесь! Эй, Настя, ты где? Черт, супрембана, это жесть, ничего не понимаю, что происходит? Почему вдруг Настя куда-то пропала? Что это все значит? Неужели к нам реально пришел Джефф-убийца? Неужели он реально схватил Настю? Ну почему здесь осталась ее кофта? Черт! Эй, Настя, ты где? Господи, пожалуйста, это не смешно, признайся! Господи, мне очень страшно, я не понимаю, что происходит! Что если это реальный Джефф-убийца? Что если он сейчас схватил Настю? Что если он уже ее убил? Эй, Настя! О, господи, Настя, пожалуйста, где ты? Пожалуйста, Настя, скажи хоть... О, черт, что это такое? Господи, супрембанда, вы это видите? О, черт! Эй, Настя, ты где? Настя, это вообще не смешно, пожалуйста! О, черт, это жесть, супрембанда, вся ручка просто в крови! Господи, нужно скорее убегать куда-то! Черт, это просто жесть! Кто-то все-таки есть в моей квартире, банда! Господи, я очень боюсь, супрембанда, получается, нас не кинули в Даркнете! Джефф-убийца реально пришел! Но почему он ведет себя так странно? Он же нас знал с Настей! Господи, неужели в Даркнете Джефф-убийцу промыли мозги? Неужели он больше ничего не помнит, что было раньше? О, господи, супрембанда, это реально очень страшно. Я вообще не понимаю, что происходит. Господи, я как будто кого-то слышу, банда. Черт, мне очень страшно. Я очень надеюсь, что это Настя. О, господи, банда, черт. Я кого-то слышал там. Черт, супрембанда! Вы это видели? Это был Джефф-убийца! Господи, это реально он! Он стоял, крутил своим ножом, это просто жесть, супрембанда! Я не верю в это! Тогда куда делась Настя? Господи, супрембанда, это ужасно! Нужно как-то быстро свалить с этого дома, вызвать полицию! Потому что он может и меня сейчас убить! Черт, супрембанда, это реально жесть! Мне нужно срочно валить с этого дома! А то Джефф-убийца может услышать меня и поймать потом, а затем и убить, банда! Но куда делась Настя? Почему осталась только у кофта? Господи, окей, нужно срочно отсюда валить! Нужно быть максимально тихим! Окей, его вроде бы нигде нету! Черт, это просто жесть, банда, мне в это не верится! Это был реальный Джефф-убийца! Окей, маска!
Господи, нужно скорее ее надеть. Господи, панда, окей, нужно скорее идти отсюда. Джепа нигде нету. Господи, панда, быстрее, черт! Окей, здесь никого нету, быстрее, вызываем лифт! Давай же, черт, быстрее, ну! Господи, окей, Джеффа вроде бы нигде нету, Суприм Панда, это просто жесть! Мне просто в это не верится, он реально был здесь! Окей, вот лифт! Господи, давай, скорее, черт, первый этаж, ну же, быстрее! Господи, Суприм Панда, я очень волнуюсь, ну же, давай! Почему он так долго, давай же, первый этаж? О, господи, панда, вы это видели, это просто жесть, это же Джеффа-убийца! Черт, это был реально Джеффа-убийца, панда, это просто ужасно! Слава богу, что я успел уехать, это жесть! Получается, нам реально когда привезли Джеффа-убийцу! Я просто это не верю, Суприм Панда, это жутко! Тем не менее, про 10 тысяч лайков мы покупаем нового монстра с Даркнета! И про помни одно! Пока здесь же никого нету, оставайся тебя шикарным! Пока!